Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья. Если вы видите данное на экране, значит, мы проходим Sleeping Dogs, спящие псы. Присаживайтесь поудобнее, ставьте чаёчек, кофеёчек, а мы, в принципе, погоним. Не забывайте приглашать друзей. Ну что, погнали, нас ждёт интересная миссия. И, кстати, а почему? А, это как это. Я думал, это побочка. Нет, побочек вроде у нас нету больше, да? Ладно. Погоним. Что? Стоп. А при чем тут гонка? Подожди, это гонка. А может, надо позвонить? Роланд? Роланд, got any work for me? Yeah, sure. Samson Gao, your typical deadbeat. Moron is hiding out on an overpass in North Point. Thinks nobody knows he's there. He's wrong. Но что-то насчет остального прям какая-то подстава. Я не думал, что это гонка. Типа, а нафига нам гонка, вопрос. Бля. Ладно, попробуем этого чувака пройти. Где он там? Сразитесь. Где этот хрен там засел? Samson Gao, you owe Roland. Time to pay up. How did you find me? I have a hiding place. Да куда ты, сука, погнал? Сука. Да бляха-муха, не потерять бы этого терпилу. Так. Да ёб тва... Да хули ты застрял? Главный герой. Чё-то он вообще... Я в курсе. It's in your best interest if you pay, understand? Oh, okay, okay. You don't have to get violent. Да, по поводу Роланда это понятно. А как нам теперь спуститься, вопрос? Так, стоп. Там мы не спустимся.
Че за пипец? Может, с той стороны попробовать спуститься? О, а эти чё чуваки тут охраняют? Не, чуваки, идите в жопу. Я с вами сражаться не хочу. Черти. Где мой мотоцикл, мать твою? Чё за... Блять. Да блин. Я не пойму, что реально гонку нужно выполнить или что? Я что-то не пойму, почему у нас одна синяя только хрень. Стоп, подожди, а это где побочка? Чё? Пьяницы? А это тут при чем? Почему я не увидел этой побочки? Сброд. А как нам до туда добраться, вопрос. Что-то тут все прям замудренно сделали, я бы сказал. Бред какой-то, вроде. Так, ну эту побочку я не могу выполнить, правильно? Блин, могли бы предупредить хотя бы, а? Как, чё и почему? Вообще капец какой-то. Так, стопэ. А где нам тогда? В какую нам сторону вообще ехать? Все правильно, за этой побочкой. Да отвали! И чё это значит? И как мне на ту сторону объехать? С этой стороны, что ли? Ничего не пойму. Офигеть просто. Я-то понял, что с той стороны, но, блин, могли бы предупредить, что слишком далеко. Это ж обосраться просто. Да чё орать, не кипишуйте. Мне сократить просто надо. Ёпарасете. Расходились тут. Там вообще прохода нету, да?
Что-то не сразу эти отобразились. Пункты эти. Но мы тут уже когда-то были. Подожди, а... А где мне лодку-то брать? Вопрос. Я помню, что тут это. О, подожди. Нет, походу я не успею стыбрить лодку. Чё, реально тут побочка, что ли? Офигеть. Просто обосраться. Не, я, конечно, все прекрасно там понимал, но... Блин, ладно. Попробуем доплыть. Обосраться, конечно, столько доплывать, но что поделать. Ох, вот в поисках лодки это самое, наверное, пиздец тяжелое в том плане, что тут лодку не так-то просто добыть, к сожалению. Да. Пиздецово, конечно, в плане лодки. Чё, реально, в этот раз нету лодки? Вы серьезно? А как же... А, не, есть... Это хорошо. Что свалить на лодке можно, это хорошо, потому что там вторая побочка будет, поэтому... Так-то так. Так. Наконец-то добрались, ёбаный рот. Ага, вот этот хрен. Wait, can you help me out, man? Ну... А вы кто? Какие-то игральные кости. What's the problem? There are some guys running a game around the corner. Morons are going to draw the cops down here. Can you get rid of them for me? All right. Break even. Hey, you guys. Game's over. No, man. I just started winning. Когда же вы сдохнете? They won't bother you again. Thanks, Wade. Come back anytime.
Ну, наконец-то. Ура, статуэтку нашли. Так. Ну, играть я не хочу. Так. Благо, что мы статуэтку нашли. Так. Погнали. Да господи, сядь ты в лодку. Так. Еще была миссия здесь. Да. От какой стороны бы поехать? Мне вот интересно. С правой или с левой? Походу, что с правой. Ну ладно. Погоним по правой стороне, ребят. Даже копы здесь. Удивительно. Так. Что нам в какую-то сторону телепать? Да, не думал, что тут побочки эти будут. С другой стороны. Оу. Чуть не зацепило. По сути. Так, а куда-то объезжать-то? Сюда, что ли? Так. Мы едем, едем, едем в далекие края. Так, далековато едем потом. Конечно. Где они там находятся, блин? Стоп. С правой стороны, что ли? Не пойму. Сейчас узнаем, походу, что да. Куда они там запропастились, ёпрсте? Это ж пипец, я всю область практически тут доезжаю. Мать твою. О. Да ёпрсте, вот чё я остановился, вопрос. Меня текстуры затормозили, я манал. Но разгоняется она, конечно, прилично, это Кирасан. Ой, блин. Тормози, тормози, тормози. Подожди-ка. Так, так, так. А. Меня игра наебала. Оказывается, не на острове, а еще здесь. Охереть. Еще один корабль, да? Такой же, что ли, этот? Блин. Нырнук. Нырнук, как барсук. Так. Офигеть, аж потемнело. Hey, Mr. Shen, can you help me out? Подожди, мужик, тут ящик. Который я почему-то не заметил.
И очень странно, что не заметил. Так. What's the problem? I got some drunks playing a game around the corner. They're scaring off our customers. I'll deal with them myself, but I'm not allowed to leave the door. Don't worry, I'll take care of it. Опять пьянчуги. Где они? Hey! Please, don't be your slave or anything, okay? А какие? What are we even fighting about? Серьезно, это они? They're gone. Thanks, Mr. Shen. Серьезно, это они были? Офигеть. Блин, да чё, мне реально гонку выполнять, что ли, или чё? С какого хрена мне гонку выполнять? Я что-то ничего не пойму. А, ну статуэтка, кстати, ближе, да. Да ёпарасоте. Блин, ну реально какой-то абсурд. Офигеть. Ладно. Погоним тогда. Так, а где нам припарковаться-то быстрее будет? Надо посмотреть. Походу, что где-то... Где? Короче, прямо, да? Стоп. Тут я тоже могу припарковаться. Окей. Так. Тут у нас какая-то типа лодочная этой фигни, да? По-моему, мы тут когда-то были, нет? Или мне кажется? Не туда пошел. Блин. Заборы везде, блин. Хотя не везде. Так, а как я выйти-то смогу? Вопрос. Просто выйти. Выйти. Выйти надо, выйти. Выйти на репите. Ну, естественно, тут... Если... Оу! Угадай, чем наказание будет то, что ты меня сбил. Да, мужик, наказанием будет твоя неохота мне помогать. А, ну... Погнали. Не особо насыщенная у нас серия получается. От слова почему-то. Что? А как тут объехать-то можно? Чё за... Так, что ли? А, ну если только так... Ёпарасоте. Ту-тум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 .
Блин, ну если гонку выполнять, бля, я так не хочу. Что? Серьезно? Здесь? А. Давай. Вернем тогда статуэтку. Там чуть-чуть вроде их осталось собрать, да? The monkey. Thank you. What did you do in the States? What makes you think I did anything different than what I'm doing now? You have the feel of a man wearing another man's skin. It fits very well, and yet, if one knows a man underneath, he clearly isn't right. Mm-hmm. What would you like to learn? Да я в курсе, мужик, подожди. Чё тут? Агрессивная контр... А, она открывается. А, вот в чем подвох. Она откроется только через... Да. Походу только так. Так, раз, два, три. Ага. Раз, два. Да, блядь. Раз, два. Все? Или еще? Раз, два. Смысла нет. Ну, наконец-то. О! Да, бля. Раз, два, три. Отлично. Раз, два, три. Смотри. Раз, два, три. Раз. Раз, два, три. Раз. Неплохо. Блин. Трен. Ну, трену тачки, этому вымогательство. А... Сообщений нет. Еще. Я ничего не пойму. Серьезно, нам осталась водная улица. И выбрать, блядь, закудашную тачку. Серьезно. Ну это пипец. Чё, а чё это? А, это еда. Ну чё, реально надо в гонке, что ли, участвовать? На туре? Да. Ладно, ребят, сейчас я подойду. Секунду.
Так, народ, мы вернулись. В принципе. Попробуем тогда эту сраную гонку выполнить. Если, конечно, игра требует. Но на том говне я точно не хочу выигрывать. Бляха-муха. Ух ты, блядь. Вот в плане машин никто, сука, не предупреждал, что тут тачки будут. Да, блядь. Было бы, сука, так просто. Блин, тут обязательно первым надо... Блять! Почему их таранит, сука, нельзя, блять? Ёбаный в рот. Серьезно? Я должен был просто выполнить гонку, потому что у меня рейтинга не хватило. Чё за бред? О, вот и свадьба, зашибись. Чё, уже на этой дрыпанной, что ли, ехать? Походу, придется. Бля. Далековато топать. А, вот и такси. Ёбаный в рот. Стоп. Мужик, подожди. Так будет быстрее. Не хочу тратить время. Мы и так потратили время на плавь. И нафиг нам это. Надо было. Спасибо, мужик. Наконец-то. Погнали, заберем. Again soon. Bye-bye. Hey, man, I'm stuck in traffic. I'll get there as soon as possible. Don't worry, there's still time. Don't start without me. Ну, банкетный зал, так банкетный зал. Блин. А еще... Во время миссии добраться нельзя, да? Ну, замечательно, что сказать. О, это трамвай. Да, блин, может эту взять? Извини, мужик. Мне просто тачка нужна, и все, не в обиду.
А все оказалось недалеко. Так, стоп. Так, подожди. Мужик. Давай. Спасибо. Да чё орать-то? О, неплохо. Wei, look at Lou Yao. I'm so happy you can make it. Congratulations, Peggy. You look stunning. Thanks, Wei. You both must be very happy. Yes. The best day of your life, so they say. You know what? They're right. If you say so. Uncle Paul, welcome. My guest of honor. I'm happy to be here. It's nice to see someone who wants to be a good family man. Not enough of that nowadays. Hi. You look absolutely lovely, my dear. Thank you. Almost as lovely as your mother and Oh, and Mrs. Chu. I expect the food to be... Wait. Fantastic. I got a case of the chairman's favorite wine in my car. I forgot to bring it in. Do you mind grabbing in and making sure they know it's for him? I'm gonna make sure he gets inside, okay? Yeah, sure thing, Winston. You gotta enjoy your day, okay? Where you parked? Ah, right through there. I'm going. Just bring it into the kitchen. Shit! Опана. Fuck! Jack, are you there? Holy shit, did you see that? Охренеть. Понятно, закрыто. Ладно. Но я потом скажу, какую миссию мне напоминает эта сцена. Так. Ну чё, ребятки, попиздили. Ах ты, сука. Получил? Ё. Так. Понятно. Да бля. Ты прям нарываешься, я смотрю, да? Толстенький, или как там тебя? Ах ты, сука. Да бля. Да бля, он меня заебал. Так, стоп. Так. На первом этаже ничего нету, да? Так, погнала. Жара. Так. Попал.
Так. Это кто? Winston! Shit! Oh God, Peggy! Wait. Get Peggy out of here. She doesn't deserve this. Winston! Fuck! Да, пипец. Да. Автомат-то мне и нужен. Так. Такс, хорошо. Расклад уже поменялся, да? Ага, нам и сюда надо было, да? Так, у нас что, тут ничего нету из этого? Стоп. Ага. Вроде нет. Ребятки, вы не на всех нарвались. Вы в курсе? Так, подожди. Так. Ага. Твою мать. Стоп. Да. Вая, Вая. Больше не будет твоей Ваи. Да. Стоп, а кто палит? Там внизу, что ли? Палит? Ага. Вот я тебя... Ах ты, сука. И запалил. Какая живучая падла, а? Уби... Тут... Посмотри, какие они живучие, а? Официанты тупые. Так. Подожди-ка. А у нас какие-то приколюхи тут есть, нет? Нет, вроде никаких приколюх я не вижу. Да, в курсе я, подожди. Отлично. Теперь где огнюшки по? Так. Что тут у нас? Ничего нету? Что это такое? Кошелек. Кошелек или жизнь, да? Погнали, чё? Жесткий момент. Так, а тут чё, ничего нету? Стоп. Здесь у нас ничего не было. Ничего не запрятано, не? Походу, что нет, да? Да. Да, чувак, я тоже в шоке. Uncle Paul! Are you okay? Can you walk? What's going on? What happened to Winston? Okay, come on. We gotta get you out of here.
Uncle Paul! You're hurt! It's nothing but a little scratch. You look sort of... We gotta get you to a hospital. Воу! А чё никто мне не сказал, что это всё за время? Твою мать! Твою же мать. Да, я сам в шоке, что свадьба это святое, а эти гады что-то сделали. Где этот шлёпок? Да, подожди. Я так понимаю, что пробраться мы можем только так, да? Это плохо. Плохо дело. Ах ты гад. С какого они там оружия палят, а? Да твою мать. Да. Какой-то живучий, падла. Валим. Так. Да бля. Да. Ну тебе пиздец. Сам нарвался, ублюдок. He's hurt. We need a doctor now. What is this? What's going on here? My boy, maybe you'll want to leave before our friends, the police, show up. Are you going to take care of my uncle? And if anything happens to him, I'm holding Hello, you police? Personally responsible. Oh, thank God. I'll be clear. Okay. Реймонд. Where have you been? Stuck in traffic. It's Hong Kong. Fuck. You think showing up for these things is easy for me? I know you've been through a lot, boy. More than we have any right to ask. Now the wedding. It was a massacre, Raymond. A massacre. Winston was a red pole, sure, but his wife, he fucking gunned down his wife on her wedding day. We knew you would become personally attached, Wei. It's inevitable in an operation like this. Seeing something like that would be hard. Hard for anyone. It's war now. No, it's not. You're a cop, all right? Your job is to enforce the law. You can't remember that? I'll pull you out right now. Pull me out? Your job was to get close to Winston. Now, that's not much of a strategy. Get close to? Open your eyes, Raymond. I am Winston now. With him gone, I'll be taking his place. You want the chairman? I report to him now. You want the Red Poles? I'm one of them. That's what worries me, Wei. You're one of them. You want to give up the best undercover HKPD has ever had? Your best shot taking down the Sun on Yi? Exactly. We done? Yeah, we're done. Хорошо, он ему приоритеты расставил. Чуваку. Anything happens to me, you look after that. You're okay. Peggy, how are you? Winston! She doesn't deserve this. No! Да, кошмарики.
Так, а что дальше-то? Дело Сорвиголовы 4. Чё, Аня, вроде у нас утро, да? Так, ну, почти, да. Так, а чё у нас ещё осталось? А нет, побочки есть. Даже три целых побочки, да? А, четыре даже. Отвлеките полицейских, крысылов. На обмане далеко не уедешь. Три. Это что такое? А, понял. Сопровождение какого-то союзника. Значит, две... Три, четыре побочки у нас, да? Так. Ну, давайте, наверное, попробуем сопровождение. Чё там, кого-то там? Так. Где мотоцикл? Стоп, реально? А, не, вот он. Я сначала думал, мы его потеряли. Мотоцикл. Да ёпарасоте, дайте проехать, а, ребят. Так. Чё, мы правильно хоть повернули? Или нет? Ух ты, блин. Так. I look nasty. You okay? Never mind that. You have to help me. What do you need? Get a car and get us the hell out of here. No. The Hema way. Come on, Wade. This is 18K territory. They're going to kill us. И что ты мне предлагаешь? На этой задрыпанной тачке, что ли? Ну окей. Богая! That's them! They've seen us! Офигеть, блядь, просто. Them off so much? Not much. I stole a few cars and they claim I was infringing on their turf. So they jumped me and I had to cut this one guy's face to get away. I guess he was the brother of someone important or something. In any case, they're pretty fucking hostile. You better stay out of the territory. Да твою! В смысле уведите дюка с территории? Какого хрена?
Да ёпарасыка, подожди, дай выйду. Ну валим тогда, в машину заходи, заколебал мужик. Быстрей. Чё за херня? Куда валить-то, а? С какой нахер территории, мать твою? Они меня уже бесят, блядь. Нихуя себе, это у них такая, блядь, территория, вы серьезно? They're gone, right? I think you lost them. Oh, yeah, they're gone. Thanks, man. You can let me out anywhere suits you. Not gonna. I'm good. Thanks, Wei. You saved my ass. Tidigina. Что дальше по миссиям у нас? Выполнить что ли на обмане далеко не уедешь? Далеко. Бля, мне такси нужно, подожди, такси. Так, стоп. Стоп. Да блин. Да ёпрст, в смысле? Давай сюда. Бочку-то выполнять-то надо. Так, я так понимаю, что это нифиговая тачка, да? О, вот это... Ой, бля, вот это круче. Yeah, подожди, мужик, иду. What do you want? I got cheated again. Noel Brake Cho was losing to me, but he had a friend run me off the road. Guy was driving a big truck. He almost killed me. Will you help me? Someone needs to straighten him out. Again? You sure you didn't just lose? I swear. Okay. Да, окей, окей, быстрее. Ну. Твою же мать. Блин, быстрей. Ёпарасыта. Да, да нет, нет, мужики, не волнуйтесь, я в порядке. Просто... Где она там? Ничего не вижу. Не пойму, куда показывают это? Карта. Воу! Блядь! А куда? Блядь, точно туда или нет?
смысле? Нифига себе, а чё так далеко? Нихуя себе. Блядь, да съебись! Я по времени, блядь, не успеваю, мудак. По времени бы успеть, ёбаный в рот. Бляха-муха, да сколько тут этих ебучих грузовиков? Ебануться. Блять. Быстрей. Да заебали эти грузовики ноксовские, блять. Может, не до тебя, вот честно, заебал. Блять. Блять, не похуй ли, а? Где он там, блять? Блять! В смысле? Son of a bitch! Hey, boys! This is the fucker who's suppressing our... You gonna take us all on? Свалили, а? Кто там последний остался? Ну давай. I hope you learn from this. Вот и все. Делов-то. Ну. Будем сейчас с этими. Лохами разбираться. Валим тогда просто. Бля. Ёпарасите. Так. Желтых я больше не вижу. Они, походу, только наверху. Да. Две желтых, походу. Нифига себе, как далековато этот крысолов. Ладно, покатаемся, нам-то чё. Почему бы и нет? Так. Почему бы и нет? Не покататься по городу. Далековато, правда, но... Что поделать? Так. Да ёбарасите. Да. Чё, мы правильно едем, нет? Или нет? Или да? Я ж надеюсь, я не объезжаю. Бляха-муха. Да вроде бы нет. По факту.
Или все-таки объезжаю? Че за... Бля! Я немножко... не справился с поворотом. Бля. Давай, мужик. Свали. Централ. Дожди херачат у них. А, нет, все-таки доехали. Хорошая тачка. Бля. Здорово. Так. Сейчас я очки поменяю, мужик, подожди, как раз вовремя. Да, ладно. Блин, что за... Only a crazy man would turn that down. Чё за тупой шмот, а? Да. Thanks. Come again. You think? Thanks. Come again. These are the latest. Perfect for you. Excellent. You think? Не, фиговые какие-то эти. That's an entire wardrobe. Please come by anytime. Очки. Так, ну короче, нам пришлось так переодеться, да? Так, ладно. Hey, hey, what's going on? I think a punk guy been moving in on my girl. Problem is, this guy's connected with some big shots. Otherwise, I would just fucking kill him. He hangs out by the bus depot, doing all kinds of illegal shit. I figure, if the cops happens to be there, he would have other things to worry about than my girl. Sure, why not? О, бля, еще и за время нафиг. Этой тачке уже пришел капец. А, еще и наверху побочка, в смысле. Тут наверх добраться. Не понял.
можно добраться-то? Чё? Стоп, а как туда добраться? Вопрос. Чё? Чё за прикол? Не понял. А ну стоп. Натуре? Wait, damn it, good to see you. Подожди. А что тут еще? Статуэтку показывают в другом месте. Ну ладно. Что тут у тебя случилось, мужик? What do you need? I need a favor. I was supposed to collect some protection money from these vendors an hour ago. The bastards called the cops for protection. Can you distract them? All right. I'll see if I can draw them off. Ага. You and the stupid uniform. Halt! Now! Head up! I say stop! And keep running. There's nowhere to run. Uh-huh. Интересный поворот. Чего? Окей. Так, стоп, подожди. Ага, но тут нету. Есть только в том клубе и непонятно этой. Это что? А, дело сорвиголовы? Чё, реально только оно осталось? Погнали тогда нафиг отсюда. Мужики, я ничего не делаю. Ой,
Опа. Что там? Хорошую пушку получили. Ой, Лоу-Яо, ты дива? Что-то честно, у него одно говно продается. Well, if you're happy with what you got now. Возьму-ка я, пожалуй. Вот эту погонять. Вроде неплохая. Все, погнали на миссию. Та-та-та-та-та-ра. Where is this guy? Hunter's trying to kill me! He's crazy! He's... Shit! What the fuck, вы серьезно? А как я доберусь? Откуда я знаю, где центр? Так, стоп. А где на... находится этот центр грёбаных? Серьезно, где-то здесь? Ебануться. Так. Да ёпара сэнте. Так, 600. Здесь что ли где-то? Так, стоп. Было где-то. Это здесь, да? Стоп. Наверное. Anyone there? What? Hello? Hello?
блядь. Ну давай. Блядь. Да ёбаный в рот. Так, подожди, сфотографируйте. Так, позвоните. Yes. Inspector, Hotshot killed Ace. Damn it, wait, we were supposed to catch them in the act. Yeah, well, they acted too fast. I have an eyewitness statement and all the evidence you need to get this bag of shit off the streets. I'll type out a warrant. Don't bother, I have a better idea. I'll challenge him to a race, and once we're in it, I'll lead him right to you. All right, but wait. I want him alive. Aha. Надо проучить этого говнюка. Так. Да. Да ёпарасыте. А. Правильно едем. О, стоп, подожди, а как бы... А, никак. Ну ладно.
Кусок говна. Бляха. Куда ты поехал, кусочек говнеца? Вот говнюк. Да, там это уже блокпост. Да бля! Да мне этот хуесос нужен, блять! Ёбаный в рот! Блять, я в курсе, прикинь. Я тут на максу жму, блять. Да блять, в смысле? Ну чё, блять, издеваетесь в натуре? Блять. Да ёбаный в рот. Да ёбаный в рот. Да хули ты такой живучий? With Big Top shut up, little punk never shuts up. You should have seen the look on his face when we charged him with murder. He'll get 20 years at least. Nobody pays much attention to those guys, but they kill or injure dozens of people a year. Possible to say how many lives you saved, but you really did a job on this one, Officer Shen. Отлично. Ага, два задания. Не реш... А, нет, стоп. Нерешительность и такое что другое, да? Так. Месть миссис Чу. О, нифига себе. Встреча с новым боссом.
Неплохо. И чё, в какую сторону гнать? Недалеко? Разбитая вот тачка. Я думал, они ее заберут. Да. Да что ж так долго-то? Дождь еще захерачил тут. Ты, бля. Да ёпарасы-то. Всё, моя тачка сейчас придёт. Ханной реке. Подожди, такси. Давай на миссию. Парк у меня далеко. I was just stopping by to see if there was anything you needed. I know it's no consolation, but I got a look at one of the gunmen from the wedding. Now I will find him, and I'll make him tell me who's responsible. Sai, 你揾到佢, 你带佢嚟呢度。 你令佢俾我啊！ Так, телефон на Джонни. Так, стоп, а. А, нет. Здесь у нас ничего нету, да? Подожди, подожди, я понял. Ага, выход из этой ситуации, да? Ну, в принципе, ее понять можно, она все-таки его мать. Так. А тут выйти можно? Или... Не, походу можно, да? Ricky, it's Wei. Shit, Wei. How you holding up? I got a lot of loose ends to clean up. I need an outsider for a couple things. You got Johnny Ratface's number? Johnny Ratface? Man, stay away from that lunatic. You give him a job, you're gonna have to steam clean your conscience when he's done. You know what I mean? Yeah, I know all about him. He's my man. I guess you know what you're doing. Uh-huh. Серьёзно, опять? Офигеть. А, тут рядом наша это. Да, мне нужен мотоцикл.
Они желтенькие. Вот он. Так. Значит, где-то здесь, да? Ага. Стоп, в смысле? Ага. Hey, is this Johnny? Yeah. A friend sent me to you. Works with a lot of movie stars, you know what I mean? So? So I got a problem. He said you could help me. I'm busy. Wait, please. Look, I trade diamonds down in Central. My partner took off with all our stock. And by the time the cops look into it, he'll be halfway to Shanghai. I'll never get them back. Diamonds, huh? All I need is someone to recover them. I pay a large fee. Okay. What's the guy's name? His name is, Got you, fucker. Нашли мы этого ублюдка. Какого хрена? У меня сбился этот. Вот же черт. Да блин. Отвали. Где этот ублюдок прячется? Baby, I promise. Are you insane? Think of all the money we'll make. This is our future, you and me. Fuck you, asshole. I'm not taking off my clothes for you or anyone else. Эй, ублюдки! Какого хрена вы так с дамами обращаетесь? Да, давай. Это еще не все значит, да? Окей. Ну что, ублюдки, готовы? Опа! Блять! Ты последний остался, уёбок?
Где он там? Это крыса. А, вот она. Ты чё, сука? Чё-то вы совсем, я смотрю, охерели, да? Так, подожди. Где этот ублюдок? Автомат? Ты серьезно? Нихера себе вы там попутали, мать твою, блять. Охерели совсем. Да, вообще да. Вот ублюдки. Вот, сука, тварь трусливая. Ты хрена такой живучий, черт. Хрена себе. Нет, ты мне не кил, ублюдок. Кто там? На крыше? Пока. Приятно было познакомиться. Ублюдки. Так. Опять наверху. Надо ближе подогнаться. Ты чё, ублюдок? Нифига себе. Ты чё, там из Терминатора, что ли? Так, один упал. Это хорошо. Ублюдки. Серьезно? Тебе пиздец, ублюдок. Куда ты там подогнал свои клешни? Да, бля. Так. Да, ёб твою мать. Я ебать. Пошёл в жопу. Ублюдок. To serve you some noodles. What? You crazy? Look, man, I got powerful friends. Yeah? Who would that be? They gonna kill you. Tell me their names, so we can go see them right now. Look, what are the odds they're gonna even admit they even know you? Fuck you, I'm not gonna tell you nothing. Well, you don't have to. Someone else will ask the questions. Well, fuck him too! Ha-ha-ha, попался, ублюдок. Так, стоп, подожди, а где поворот? А, тут? Ох, тебе не повезло! Ой, сорян. Так. Не завидую я тебе, братишкин, что ты попадёшься мамичу. Мамачу, мамачу. Какой он крутой казался. Со шлюхами так, сука, обращается, ублюдок. Так.
все. Johnny the Rat Face. Meet Mrs. Chu. Winston's mother. Osama! I don't know what this guy told you! Fuck! I don't know what you're talking about, you crazy old bitch! Please! Wait! Don't leave me here! She's fucking crazy! Okay, okay! I'll tell you anything you want to know! Just please, don't! Такс. Месть мамы Чумы, значит, получили, да? Так. Ага. А, вот побочка одна. Перехват какого-то конвоя. Больше вроде бы знаков нету, да? Да. Много километров валить. И у нас убрали это. Блин, ну вы серьезно издеваетесь? Твою же мать. Это такси? Нет, это не такси. А, вот такси. Так. Стопэ. Я не хочу долго добираться, народ. Так, стоп. Ёпарасите, ближайшее, что ли, получается аж здесь? А, нет. Если отсюда мы будем добираться. Так. Да, останови ты уже, ёпарасоте. Так. Да я иду, иду, подожди, мужик. Complete perfection. Блин, фигня, очки. They are the finishing touch. Да. Какая-то у тебя фигня из одежды, вот честно. Блин, крутую тачку упустили. Хотя... Хотя не особо она, конечно, крутая. Я бы сказал. Может, это прикольнее будет. Так, стоп, а где это была фигня? Аж здесь? А, ну... Можно тогда так поехать. Так. Перехват какого-то конвоя.
Так, а где же там проход-то? Ага. Ебать. Эй, эй! Да, мужик, подожди. Что там у тебя случилось? Who are you? I'm Big Eddie. Big Eddie Kwok. It's my job to make sure Sun Wan-Yi is taking down ATK, but everyone is so fixated on the internal struggle that nothing is getting done. Will you help? What can I do for you? ATK is running a massive drug convoy across town. If the drugs get into circulation, they'll make a fortune. It'll really strengthen the gang. I need you to take down the four vans before they get to their destination. Sounds good. Да, офигенно. Еще и за время. Четыре фургона, гениально. И где он? А, нейтрализовать, окей. Да, блядь, не тот. Да что ж вы, блядь, делаете, ну? Да быстрей. Блядь. Ну? Да, блин, быстрее, последний фургон нахер раз. Все? Отлично. Еще б чуть-чуть и было б хана. По факту. Так. И чё? Из побочек всё, что ли? Так, стопэ. По-моему, из побочек всё. По-моему, да? Или нет? А-а-а, ещё одна какая-то открылась. Так, ну я вижу здесь и все, еще одна побочка, да? Это что за побочка? Безопасная доставка. А что, спрятать нельзя, что ли? Это оружие. Походу, что нельзя, да? Ладно. Извини, мужик. Но нам твоя тачка жизненно необходима. Черт. Так. Куда ехать?
Там, по-моему, что, дольше, что ли? По-моему, да. По-моему, таким образом мы бы объехали. Так. Не особо-то далеко, в принципе. Так. Так, а сколько у нас там по времени осталось? Наверное, эту побочку, наверное, выполнить и все. Как раз будет время для завершения. Мужик? Да-да, мужик, иду, подожди. Hey, Big Eddie. What's the mission? I've got a big shipment of dope for the mainland. I need to get it to the ferry safely. 18K is coming after it. Can you ride shotgun? Keep them off my back? Let's do it. Ну понятно. Let's go! Here they come! Чувак, я в курсе, прикинь. Behind us! Вот, блядь. Up ahead! Nice shot! Да я... А, вот еще, уёбка. Да? Good one! Look right, look right! Отлично. Откуда? Up ahead! Да. Yeah! Hit that fucker! Behind us! Чувак. That's the best you can do? More of them. Oh yeah! Look right, look right! Чувак, попробуй сам. Ты думаешь, это так просто? Should've worn your seatbelt. Up ahead! Так. These fuckers don't let up! Блядь. Блять, было бы это все так просто, а, блять. Пиздец. Here they come! Behind us! Nice shot! Блять. Да блять, что за заебанное залипание, вопрос. Да блять, ну
Блять, вы серьезно? Хули ты замер, алло? Да. Да ебаный в рот. Да блять. Да блять. Ёбаный же ты в рот. Да в смысле? Ну как это пройти же, блядь? Пиздец. Просто пиздец, блядь. Дайте поменять управление ебучее, а? Я сказал управление. Пиздец. Блять, угон, серьезно? З поставь, похуй. Да. Пиздец. Here they come. Behind us. Что за глюк? Ладно. Опа. Блядь. В смысле? Да блять, какого хуя? Вот что за? Да блять. Подожди. Блять. Да блять, ну какого хуя это залипание ебучее работает, блять? Перезарядка нахуй. Перезаряжайся. Блять, серьезно? Блять. Блять. Да блядь. Да блядь, в смысле? Конечно, эти ублюдки не успокоятся, блядь. Блять. 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 Ну. Фух. Серьезно? Ебать. Ебать, жесткая миссия была, реально.
Блять, я бы сказал, как бы я прокомментировал этот факт, но не стану. Блять. Так, извини, мужик. Но мне нужна твоя машина. Не в обеду. Так. Вот сейчас вроде бы побочек нету, да? Так, ну и куда валить? Ну... А, в смысле? Не понял. Типа так сократил, серьезно? Блять. Ёпарасите. Ну, блин, мы доберемся до квартиры или нет? Или так и будем выделываться? Так. Ну, где же у нас, по-моему, хата? Так. И что дальше? Это хата, что ли? Походу, что да. Так. Меч уже наш вижу. Так, а где тут спать? А, вот. Не понял. А, понятно, принципиально. УЗИшку мы, походу, потеряем, да? Гениально. УЗИшки у нас не будет. Да. Супер. Вроде утро, да? Безопасная доставка. Окей. Ну что, народ, наверное, на этом мы сегодня закончим это прохождение Sleeping Dogs. Свадьба и месть миссис Чу, в принципе, сегодня была довольно неплохая. Вот. Ой. Извиняюсь. Вот. А всем до новых встреч, с вами был Казуку Фэмили, ребятушки. Всем до новых встреч, всем пока-пока. Спасибо.